Крис не верил в добро. Детский приют остался без финансирования. Не мои проблемы. Я вкладываю только в те проекты, которые обещают отдачу. Мы все устали. Ты уволен. Теперь у тебя много времени на семью. Пока под Рождество его не посетила гостья. Привет, Крис. Ты что, испугался? Это всего лишь я. Идем, глупенький, покажу кое-что. Вспомнить прошлое. Иначе взглянуть на настоящее. Возьми. Спасибо. Твоя щедрость напомнила Шону, что людям не все равно. И задуматься о будущем. Одну мне, а вторую даме. Должок погаси. Я ни за что бы не позволил себе стать таким. Мама всегда говорила, наши решения меняют чужие судьбы. По мотивам рождественской истории Чарльза Диккенса. Главное в Рождестве – дар любви. И при плохой, и при хорошей жизни нужно делиться. По Божьей милости.